вітаю. Нарешті двічка стала переможною після минулого року. Да, да, в этом году мы, можно сказать, вернули свое чемпионство именно по двойке. Расскажите, как склалась дистанция, как прошла? Початок, середня частина. Как для меня идеально. Мы стартанули, в общем, можно сказать, прошло все, как должно было. Мы отработали свою работу, и дистанция у нас стабильная, мы сильно уже давно в двойке, и просто в этом году нужно было вернуть прежние чувства, что мы и вернули. Дистанция прошла хорошо, стартанули, перешли, и как в танке до самого финиша, без западения, без ничего. То есть для меня идеально гонка прошла. Неожиданно или... Ожиданно. Ожидаемо, да. Ну да, конечно, это цель была, и я рада. Одиночка, розраховуючи на перемогу, чи підстав непоганий результат? Результат неплохой, конечно, ты перед собой ставишь себе максимальные цели, но если честно, то я узнала, что я еще не готова выходить на уровень чемпионства, именно в одиночке. Судя по тренировкам, по всему, я знаю, что готова, но не сейчас. Какие цели на цей сезон? Все ж таки, минулий був успішним в четвірці, мабуть, в цьому сезоні можливо ставити цілі вдвічі на 500 метрів? Конечно, я считаю, что у нас что четверка, что двойка – это лодки, которые претендуют на международные медали. Будет решать тренер, главный тренер, старший тренер, поэтому все будет, главное слово будет за ними.